Алекс Монг, Classic Games, представляет. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Монг, Classic Games. Я приступаю к очередной распаковке посылки от Славы из города Омска. Итак, первое. Стародел. Сеговский картридж из 90-х. Battletoads Double Dragon. То есть к очередному выпуску новогодних Battletoads я уже в принципе готов. The Ultimate Team is in the Ultimate Game. Дальше. Игра для PlayStation 2. Need for Speed Underground. Первая часть. Игра 2003 года. PlayStation 2 версия. То есть, ну и PAL регионы, разумеется. Да, по-моему, игра, которая не нуждается в представлении. Слава, как обычно, добросовестно упаковал, за что ему большое спасибо. К слову, ссылку, уже традиционно ссылку на Славину группу я оставлю в описании. Посмотрим мануал. Главное меню. Тюнинг. У меня, к слову, ребята, есть на канале полное прохождение этой игры в версии для Nintendo GameCube. Так что, если кто не видел, обязательно посмотрите. Я записывал в формате живого летсплея с комментариями. Так, для заметок. Угу. Вот, что касается коллекции Need for Speed для PlayStation 2, то мне осталось найти только одну игру. Это Need for Speed Hot Pursuit 2, которая была в некотором роде уникальной для PlayStation 2 и отличалась от версий Xbox Original, Nintendo GameCube и компьютера. Так что осталось только приобрести Need for Speed Hot Pursuit 2 для PlayStation 2. Так вот. И последнее, как говорится, но не по значению, это GTA San Andreas, версия для PlayStation 2. Опять же, игра, которая не нуждается в представлении. Из классической, так сказать, 3D-эпохи Grand Theft Auto. Картоночки для сохранности. Так вот выглядит диск.
и мануал. San Andreas. Тут даже реклама за есть. Давай пожаловать в San Andreas. Наверняка все помнят мое первоапрельское видео в San Andreas, где Даниил Попов сказал, что это самый лучший обзор San Andreas, который я видел. Тут у нас CJ, Rider, Big Smoke, Sweet. Вот сама PlayStation 2 фатка здесь изображена. Контроллер. Управление. Радио плейбэк, классик хип-хоп. Лос-Антос аэропорт, Сан-Франциско аэропорт, Лас-Вентурас аэропорт. Тут, я так понял, представлены композиции, кто их исполнители, ну и авторы. Радио плейбэк. Вообще здорово, смотрите. Радио Лос-Сантос. Современный хип-хоп. Написано Modern Hip-Hop. Так, это у нас что? Bones FM. Фанк. Стиль музыки, видимо, такой. K-Rolls, Country. Это, я напоминаю, мы смотрим радиостанции и исполнители. Сейчас, к слову, дойдем и до моей любимой радиостанции. Так, KDST, классический рок. Госпиталь. Ammunition. SFUR House. San Fierro, радио San Fierro, по-моему. Так. Вот, мое любимое радио. Кейджа Вест. Даб и регги играют. Во, ребята, обратите внимание, одна из классных групп, которые здесь поют, это Blood Sister, если не ошибаюсь, это она. Такие шикарные, мелодичные такие песни с женским вокалом. По-моему, это они. И, по-моему, их нет в версии для PlayStation 3. А версия PlayStation 3 игры Grand Theft Auto San Andreas является портом с Android. Слава богу, PlayStation 2 версия такой не является. Именно поэтому я ее приобрел. CSR. Разговорное радио тут есть, традиционное. Да, добротный мануальчик, кстати. Радио X, альтернатива. Это, ну, такое музыкальное направление, как бы. Как помнится, в 90-е говорили, якобы группа Скутер играет в стиле альтернатива. Как-то так вот. Я слышал реально такое обозначение.
Master Sound Rainbow Grooves. Ну и далее о разработчиках идет. The Warriors реклама. Ну и контактные номера Electronic Arts. Ребята, такая вот у меня выдалась распаковка. Диски для PlayStation 2 Need for Speed Underground 1, а также Grand Theft Auto San Andreas и старое дело с 90-х, картридж для Sega Mega Drive Genesis, Battletoads Double Dragon. Я надеюсь, вам понравилось. А с вами был Алексей и канал Alex Monk Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий, и нажми на колокольчик.